а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Дізель-шоу. Саша, я все вижу. Вика, я на форуме грибников прочитал, для того, чтобы гриб пошел, надо накатить. У тебя на каждом форуме это написано. И у грибников, и у рыбаков, и у копателей картошки. Ай, хорошо в лесу. Да. Холодно, голодные, трезвые. О, родственники твоей мамы. Романтика. А ты наслаждайся природой. А, тишина, и птички поют. Кукушка. Кукушка, кукушка, а через сколько я накатить смогу? Да закройся уже! О, кукушка. А скажи, сколько моей теще лет осталось? Саша. Да подожди ты, это ж праздник, а к празднику надо готовиться заранее. Кукушка, я свой вопрос не отменял. Хотя тишина тоже хороший признак. Да ладно, год? Два? Да заткнись ты уже! Ой! Куда ты так притопил? Ах, гриб какой нашел, Чешу. Да, белый, 40-градусный. А, ну как всегда. Мама, а мне показалось, или вы за сердце держались? Не дождешься. Мама, ничего Саша не ждет. Ждем. Да. О, смотрите, какой я гриб нашел. А это не поганка? Вика, ты в грибах вообще ни черта не соображаешь. Мам, попробуйте. Это гриб не ядовитый. В крайнем случае будут проблемы с желудком, а так ничего. Вы-то откуда знаете? А я тебе такие в суп подбрасывала. Ой, опять осиное гнездо. Или это тоже? А, да, вон Сашкина пустая пачка. Мы что, заблудились, что ли, мама? Вот, мы заблудились, и что теперь нам делать? А вы, мама, засуньте голову в осиное гнездо и спросите у вас, что нам делать? Может быть, мы вспомним, когда мы свернули не туда? А я знаю, когда мы свернули не туда. 10 лет назад, когда ты вышла замуж за этого идиота. Мама, а давайте по своим следам вернемся обратно. Вика, ну как мы по следам вернемся обратно? Вот как здесь понять, где мамин след, где медведя, где коровы? Саша, есть какие-то идеи? Кукушка, а куда нам идти дальше? Вот, видишь, говорит, ку-ку его знает, куда идти. Саша! Ой, лесник, давайте у него спросим. Подскажите, пожалуйста, как выйти из леса? Что вы стоите? Прячьтесь! К нам летят мордырианцы! Они хотят нас поработить! О, они прилетели! Идемте со мной, если хотите жить! В мойке спрячьте корабль! Я его спрятал! В том дубле. Идемте за мной! Это что такое было? А? Походу, у нас тоже не лисички. А может, тут еще и змеи водятся? Мама! Мама, вам-то что бояться? Они своих не кусают. А я слышала, что в этом лесу волки водятся. Волки? Ты-то чё радуешься? А мне-то чё? Я волка увижу, я фурть и на дерево. Это вон кому переживать надо. Ау! Ой, волки! Саша! Слышь ты, Маугли,
Если я волка встречу, я полезу на то дерево, где ты сидишь. Да. Это медведь, мама, что делать? Доченька, я знаю, когда встретишь медведя, нужно притвориться мертвым, и медведь тебя не тронет. Вот так. Господи, картина-то какая. Саша. Всю жизнь бы смотрел. Вика, ну сфоткай меня, сфоткай. Саша, что дальше делать будем, а? Ну что делать? Столовую надо заказывать, оркестр там. Ты сдурел. Это медведь, Саша, так, ну что? Девчонки, это уже не шутки. Вы давайте, наверное, идите. А ты, Саш? Идите, спасай маму. Ага. Я попробую его отвлечь. Не верю, что это я говорю. Но спасибо тебе, зятёк. Спасибо. Хотя я болею за медведя. Мама! Давайте. Михалыч, блин, ну где ты столько ходишь-то, ё-моё? А прикид у тебя классный. Да! Ты ж мне, Сань, не костюм медведя дал, а костюм медведицы. Чего ты взял? Это не я взял. Это медведь меня чуть не взял, настоящий. Я еле убежал. Ладно, слушай, давай, Михалыч, давай, наливай, потому что да, трубы уже надо, горят. Да, надо. Давай. Опа, понеслась. О, хорош. Давай. Ну, за нас. Давай. Закуска где? Я в дупле. Блин. Между первой и второй, как говорится. Сашка! Саша! А, я вижу, как он медведя испугался. Да я так выпил для храбрости. Да ладно, чё вы? Сашка! Да это Михалыч. Всё, Михалыч, раскусили нас. Ты что, охренел, Михалыч? Ты что, вообще уже больной? Ты что делаешь? Ты вообще придурок, что ли? Вот они, Сань, грибочки жареные, желудь. А, это он. А не подходи ко мне, извращенец. Сашка, бежим отсюда. Куда бежим? Михалычу помощь нужна. Михалыч, я за помощью. А теперь хода. Дизель-шоу. Яна, просыпайся. Быстрее, просыпайся. Это вопрос что? Жизни и смерти. Какой? Черт подери. Ты что, решил кардиограмму на дому сделать? Нет, Яна, это полиграф. Я взял на один день потренироваться. Так. Ой, это ты что, новую ролевую игру придумал? Это не я, это наш президент придумал. Сегодня половина Верховной Рады будет дома с женами играть в одну и ту же ролевую игру. В смысле? В коромысле, Яна, что непонятно? Нас завтра всей фракции отправляют на полиграф. Ой, я тебя умоляю, но ты же каждый год ездишь на этот полиграф, и все нормально, здоров. Яна, полиграф и флюорография — это две разные вещи. Да? Здесь что-то не то ляпнул, все, нафиг из фракции, нафиг из партии, нафиг из парламента. Я тебя умоляю, ну может они опять решили там что-то пошутить, там повеселяться и замнут. Не замнут, это ж необычное кнопкодавство. Тут все серьезно. Вон Ковальчука, помнишь? Ну, со страусиными фермами. Ну? Все, взяли за яйца. Страусиные? Если бы, Яна, если бы. Я спать. Что значит спать? А вопросы я себе что, сам задавать буду? Какие вопросы? Да любые, я не знаю. Спроси меня что-нибудь. Окей. Можно я спать? Яна! Ты что, не понимаешь, что ли? Если вот эту вот хрень не пройду, ты будешь спать где-то на улице еще лет 20. А, прям настолько все серьезно? Настолько. Окей. И как оно работает? Я не знаю, оно как-то считывает пульс. И если пульс прыгает, то значит человек нервничает и, скорее всего, врет.
То есть ты и во время нашего секса врешь? Яна, во время нашего секса я вообще сплю, давай быстрее! Так, а что? Да ты... любой вопрос! Просто любой вопрос? Вот любой? Любой. Хорошо. Ты брал взятки? Яна, блин! Черт! Что? Ты что с козырей-то херачишь, а? Блин! У меня пульс сейчас 220, ты посмотри! А, это напряжение. Ты понимаешь, это главный вопрос. До него нужно вырасти, надо потренироваться как-то. Попроще что-то. Хорошо, попроще. Ты давал взятки. Яна! Да смени ты пластинку, черт подери. Ладно, ну не знаю. Тебе нравится президент Украины? Да. Какой из шести? Яна, что тебя в крайности так кидает? Как ни в одну, так в другую. Спроси обычный вопрос, хорошо, я тебя прошу. Хорошо, обычно, окей. У вас в партии есть геи? Да что это за звук? Я не знаю, это прибор. Я вообще не в курсе, какие он звуки издает. Я просто переживаю, что тебя могут наказать, поэтому хочу узнать, есть ли у вас в партии геи. Яна, да где их сейчас нет? Да давай, ну какой-нибудь простейший вопрос. Самый простой. Хорошо. Сколько стоит хлеб? Окей, простой, но такой, чтобы я знал на него ответ. Сколько стоит майбах? Ну не такой простой, Яна. Ну это каждый дурак в раде знает, ну. Ну что-нибудь серьезное, да? Давай что-то посерьезнее. Ты мне изменял? Яна, я серьезно! Я тоже серьезно! Ты что, не понимаешь? На кону наше будущее с тобой, а ты спрашиваешь какую-то фигню. Вот из-за этого будущего я и спрашиваю, изменял ли ты мне? Яна, пожалуйста, простой вопрос, который тебя не касается. Хорошо. Какой у тебя пин-код от карты? При чем здесь пин-код от карты? Да при том, что когда я у тебя его спрашиваю, ты всегда мне отвечаешь, этот вопрос тебя не касается. Яна, там очень сложная комбинация цифр, ты все равно не запомнишь. 4 0? Нет. 4 единицы? Нет. 1 2 3 4? Яна, ты что, собираешься перебирать все цифры в мире? В конце-то концов, спроси меня что-нибудь и про солнышко, про травку, я не знаю. Солнышко, ты куришь травку? Да. Яна, что ты меня палишь-то? Давай, простой вопрос, соберись, пожалуйста. Тебе нравится Ирина? Какая еще Ирина? Ну, ты в интернете все ее фотки лайкаешь. Яна, я тебя прошу спрашивать простые вопросы о семье, о возрасте, вот что-то в этом роде. Сколько Ирине лет и почему она разбивает нашу семью? Яна! Господи, да что ты прицепилась-то вообще? Я прошу тебя задать вопрос, связанный с моей работой. Хорошо. Кем у вас работает эта Ирина? Вот этот вопрос вообще никого не интересует, Яна. Ну как это? Всем же будет интересно, кто с кем спит у вас на работе? У нас на работе вообще спать запрещено. У вас и проституток заказывать запрещено. Но заказывают же ж. Яна. Ты заказывал проституток? Нет. Ой! А что же это за звук? Да я понятия не имею, может он вообще не работает, этот прибор. Ирина проститутка? Яна! Ирина это член нашей партии. Ирина политическая проститутка. Ты лишал ее депутатской неприкосновенности, а? Прекрати, Яна! Так, возьми свой телефон и задай мне любой вопрос из интернета. Любой? Любой. Окей. Оцените себя по 10-бальной шкале, насколько вы странный. Другой любой. Представьте, что вы карандаши попали в блендер, ваши действия. Яна, дай сюда телефон, да я его выброшу сейчас. Что ты нервничаешь, господи, да возьми ты выпей успокоительное. Не могу я выпить успокоительное, у нас кровь на анализы берут.
Да, вас реально как-то обложили. Еще как! Если они еще узнают, что я у тещи квартиру арендую, мне капец. Слушай, ну тут в интернете пишут, как можно обмануть полиграф. Ну? Просто очень-очень сильно нужно сжать мышцы сфинктера. Сфинктера? Задницы. Я знаю, что такое сфинктер. Конечно, ты же работаешь в Верховной Раде. Яна, я как только узнал про этот полиграф, у меня этот сфинктер так сжался, что у меня ноги короче стали. Продолжим. Ой, я даже знаю, кто пишет. Нет, это не Ирина. Это из фракции. О, кто-то слил все эти вопросы на полиграф. На, задавай вот эти. Вы действительно фамилия, имя, отчество? Яна, ты не могла бы подставить мою фамилию, имя, отчество? А, да. Вы действительно Крутоголов Егор Григорьевич? Да. Вы действительно работаете в Верховной Раде? Да. Вам действительно 39 лет? Да. Блин, какие тупые вопросы. А про карандаш в блендере получше, да? Вы действительно переспали с Ариной? Ну-ка, дай сюда телефон. Яна, здесь такого вопроса нет. Здесь спрашивается, был ли я в Крыму. Так вот, нет. Нет, не был или нет, не спал? Нет, не был. Значит, спал. Нет, не был. Вам предлагали секс за деньги? Что? Да... Что опять за звук? Что с этим аппаратом, я не понимаю. Черт, что это за вопрос? Ты опять что-то придумала? Действительно вопрос. Это кто прислал? Черт. Это Джокер. Блин. Какой Джокер из фильма? Из оппозиции. Черт. Нет, это все не работает. Это... Ты ко мне слишком хорошо относишься. А там будут люди, которые мне будут задавать вопросы. Так вот, они меня ненавидят. И я их тоже ненавижу. Вот такой мне человек нужен. Не человек, а мразь. Мама! Что, пузатый? Взяли тебя за твою толстую задницу, а? Мама. Что, мама? О, судя по проводам, готовимся к казни на электрическом стуле. Мама. Мам, послушай, у Егора завтра тест. На беременность. Да тут все видно, 20-я неделя. Мам, ну, тест на честность. Какой нахрен тест? Вы там у себя работаете? Или продолжаете фигнёй заниматься? Мама. Мам, завтра у Егора допрос, и нужно его как-то к этому подготовить. Допрос? Да. Да не вопрос. Сейчас подготовим, хороший мой. Говори, брал взятки! Можешь не отвечать, по твоей наглой морде вижу, что брал! Евгения Валерьевна, вы уверены, что вы поняли задание? Здесь вопросы задаю я! Мамочка, ты просто не с того вопроса начала. Яна, я всегда начинаю с главного. Говори, где бабки хранишь, а? Пароли, явки, имена подельников, говори, кобель! Я не знаю! О, врёшь, скотина! Мама, спроси, кто такая Ирина? Кто такая Ирина? Я не знаю! Врёшь, скотина! Яночка, неси утюг. Это зачем утюг? Не надо! Эта скотина утюг. Всё скажет. Не. Тяжело в учении, легко на нарах. Не. Говори, скотина, брал взятки! Ай, больно! Он даже не подключен. Яна, он у тебя не только брехло, но еще и стекло. Говори, брал! Я брал! Спал! Спал! Пин-код! 1, 2, 3, 4! Я сдала! Мамина школа. Быстро ж ты раскололся. Тут, Яна... Корыто стирки. Тебе, Егорка, еще тренироваться и тренироваться. Да пошли вы обе. И полиграф, это
Что за посол? И политика эта пошла в зубу. Я у себя в комнате. Не входите. Я плачу. Мам, откуда у тебя такие навыки? Дочь, ну, помнишь, когда наш папа нас бросал, не хотел говорить, где документы на квартиру? Ну, помню. А потом сказал. Ну? А ведь он у нас глухонемой был. Помогите! Помогите! Блин, а я еще за водой идти не хотел. Мама, вот это подарок на Пасху. Сашка, еле вас догнала. А где мамулька? Да мама, по-моему, с подружками пошла где-то гулять. Ага. Какие подружки? У нее здесь нет подружек. А, да? Где мама? Вот, блин, забыл тебе сказать. Меня же это срочно на работу вызвали. Представляешь, надо ехать. Так, Саша, во-первых, ты стоишь на бирже труда. Во-вторых, Пасха у них там выходной. А в-третьих, где моя мать, твою мать? Помогите! Слышишь? Где-то кричат «помогите». Слышал, вот там, по-моему, так отчетливо, вот там кричат. Саша, это то, что я думаю? Это то, о чем я даже мечтать не мог. Мамочка, мамочка моя родная, красотулечка моя. Доченька, достань меня отсюда. Сейчас, мальчик. Мам, ну вы же понимаете, что это нереально. Копайте вниз, земля круглая, с той стороны вылезьте. Иди к черту! Мам, вы сейчас к нему реально ближе. Саша, ты сказал, она к подружкам пошла. Так я не соврал. Слышишь, как они там любезно квакают? Мамулечка, как ты там оказалась? Пока не знаю, но этот дебил точно к этому причастен. Ты что, подножку ей сделал, да? Вика, ты в своем уме? Если бы я ей подножку сделал, я бы уже без ноги стоял бы. Значит, ты ее толкнул? Нет. Врешь! Вика, пупочной грыжи нет, значит, не толкал. Мамочка, а может, ты сама туда упала? Да, конечно! Этот упырь все это подстроил. Мам, ну вы вот всегда говорите, что на старости вам водички некому будет подать. Пейте, мама, пейте на здоровье. Фу на тебя! Мама, не плюйте в колодец. Сашка, ты что, не понимаешь, ей там холодно. Точно, Вика, правильно, правильно. Надо туда кипятильник бросить. Какой кипятильник? Надо что-то делать. О, надо будет вот эту плиту сверху положить. Саша! Покласть? Да ну, Саша! Да блин, ну я забочусь о твоей маме, я хочу закрыть колодец. Вдруг дождь пойдет, она там промокнет, простудится. Да при чем здесь дождь? Надо палку большую найти. Правильно. Добить ее надо, чтобы не мучилась. Точно. Вообще дурак, что ли? Слушай, Вика, смотри, я уже все придумал, все распланировал. Значит, здесь у нас будет калиточка, здесь скамеечка. Здесь крест поставим. И надпись делаем. Из колодца не пить, вода отравлена. Ты больной на голову. Я говорю, надо что-то делать. Людей зови. Ну, Викуся, ну можно я вначале сам порадуюсь? Потом уже людям расскажем, чего ты. Дурак, веревку ей брось. А, веревку? Сейчас, мамулечка, сейчас. Ай! Ой, мам, простите, забыл, что вы там. Саша, я сказала веревку! А, ой, перепутал. Ездишь, да, вот ведро с веревкой-то, господи. Ты... Ай! Ой, опять забыл, да что ж такое с памятью-то, капец. Я сказала не ведро, а веревку! Да сейчас, я туда веревку кину, она меня в колодец затянет. На, быстро, бросай маме веревку и вытягивай ее. Мамулечка, сейчас. Ладно. Короче, мам, я вам сейчас бросаю веревку.
Вы на шее потуже затяните, я вас сейчас тянуть буду. Трог совсем. Мамулечка, просто хватайся, а Сашка тебя потянет. Только аккуратно, Саша. Это последняя веревка. Саша! Уронил! Здоров, сосед. О, здорово. Че, очередь? Да тут такое, короче. Да какое там? Крокодил! Теща моя! А-а-а! Поздравляю. Спасибо. И с Пасхой тоже. А, да, да. Кстати. Алло, Зинаида Павловна. Мамочка, а пойдемте вместе водички наберем. Ага. Эх, Марина Францевна. Жалко, вы закруток мало сделали. Ну, кто ж знал, кто ж знал. Слышь ты, зятек. Шо? А помнишь, тебе колеса ночью пробили? Так ты обещал этого придурка из-под земли достать, а? Доставай. Прощаю, мама. Давай вытаскивай меня, придурок! Сашенька, ну придумай что-нибудь, ну пожалуйста. Так, сейчас. О, слушай, а давай сейчас туда полный колодец воды наберем, и маму подъемная сила вверх подымет. А если она утонет? Ты что, Вика, такие, как твоя мама, не тонут. Давай, давай, неси шланг. Сейчас. Я тебя на этом шланге вылезу, повешу. Слушай, а давай туда мешков 20 цемента засыпем. Саш, ты что, вообще дурак, что ли? Ладно. Придется священника звать. Он сейчас колодец освятит, и твоя мама оттуда как ошпаренная вылетит. Богом клянусь, вылезу, убью. Ключевое слово, мама, вылезу. А, тут очередь. Ой, помогите, пожалуйста, я вас очень прошу. Че, помочь-то? Да, помогите, пожалуйста, вот эту плиту наверх положить. Да, ну, Саша, у меня мамочка туда упала, в колодец. Помогите ее достать. Как в колодец упала? У меня ж там чекушка заныкана. Я вам верну и чекушку, и 0,5 выставлю. Только помогите. Но, у вас 0,5? Лестница есть? Конечно, есть. Высокая 6-метровая железа. Несите ее сюда. Только она без ступенек. Ну несите хотя бы то, что от нее осталось. Там перил нету тоже. Ну несите, какая есть. А я ж забыл, я ее продал уже давно. Да что ж такое? Ой, слышь, мужик. Можно тебе на секунду? А? Хочешь ящик водки? Конечно, хочу. А что делать надо? Надо засыпать этот колодец. Легко, вот легко. Предоплату давай и... Засыпешь, дам. Ах так. А у меня же сейчас стремянка есть. Стремянка есть? Так, иди отсюда, только иди за лопатой, только давай. Только мне за нее предоплату уже дали. Давай. Мамуль. Так, ну что, Викусь, пойдем-ка домой, а? Саша, ну ты с ума сошла, мама. Ну что, утро вечером мудренее. Поспим, отдохнем, а завтра уже придумаем, как твою маму забрать. Саша, сейчас 10 утра. Что мама сутки будет делать в колодце? Что ты за нее переживаешь? Она в теньке, вода у нее есть. А поголодать ей иногда даже полезно. Дурак ты. Диетолог хренов. Сашка, а что он делает? Да он сейчас параллельный колодец роет, чтобы оттуда маму подтолкнуть. 7 дней. Что 7 дней? Осталось 7 дней, и я выхожу на пенсию. И буду жить с вами. Чего смотришь, лопата ее бей! Да ну тебя в баню, я из-за вас протрезвел! Фу. Мама, ну какие сердце? Мам, вы что? Я вы за чё? Тобой, Сетёк! Побейте водички! Хватайте за меня! Дизель-шоу. Женечка, ну что, может быть, приступим, а? Вика, ты нормальная? Как ты себе это представляешь?
Ну, как обычно. Но не так, как обычно. Ну, у меня не получится, чисто физиологически. Ну, давай просто начнем, а там, может, и получится. А я не могу начать. Мне нечем начинать. Тогда представь, что здесь никого нет. Как я могу представить, что здесь никого нет, если я знаю, что она здесь? Да! Мама тут! Ну, давайте начинайте, а то 10 минут ба-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 ба. Это что у вас так всегда? Нет, мамочка, обычно у нас не так. А я думаю, что так. 5 років я жду внуків. 5 років, а він, я не могу, мне нечем. Может, тебе там действительно нечем? Что вы делаете? Я просто знаю, что у меня с вами не получится. Ты что сказывся? У меня с тобой не должно получиться. У тебя должно получиться с Викою. Я имел в виду при вас. Я вас прошу, выйдите, а? Не, чтобы вы взяли контрацептивы. Я должна проконтролировать весь цикл производства. Показуй, что ты там не можешь запустить. Показуй. Мама! Не бойся, не будем мы пользоваться этими контрацептивами. Не верю. Послушай, ну кто это делает при родителях? Лучше уже при родителях сделать, чем где-нибудь по подворотням. Эта фраза не отсюда. Эту фразу ты говорила, когда первый раз Жене шампанское наливала. Правильно. Налила, и он на тебе женился. Потому что он такой разумный, когда пьяный. Эх, сейчас бы налила, да нельзя. На внуках может отразиться. Конечно, мне иногда кажется, что твоего Женю тоже на пьяную голову делали. Что? Ой-ой-ой, не заводись. Хотя не, заводись, только в другую сторону. Я так не заведусь. Заведись, и я тебе поможу. Что? Интересно, с чего вы взяли, что вы мне сможете помочь в этом деле? То Максу же я помогла. Максу? Макс — это наша собака. Ну и что? Він тоже скулив, забивался под диван, боялся запрыгнуть. А глянь, какие щеночки получились. Ага. А у меня не получится. Да, Женя, с таким настроением, да. Тут нужна страсть. Огонь в глазах. Посмотри мне в глаза. Да, Вика, его надо менять. У него в глазах тоска, страх и ячмень. О, а вы же не спите? Мать, а ну подойди. Ну что, мать, трамвай в депо? Та машиніше спить. Я тебе позову, ну не волнуйся, иди. Мама, ты что, и папу позвала? Конечно, папа тоже хочет внуков, ну. Потому что с своим этим дрищом ни на рыбалку, ни в гараж. Зачем вы вдвоем приехали? А потому что, чтобы все проконтролировать. Мои-то результаты налицо, яка красавица. А ты даже резюме свое не можешь показать. Нормально у меня резюме. Угу. Только без опыта работы. На пособии висит. Мама, ну при чем здесь висит? Просто он при тебе не может. А звідки я знаю, чи він при мне не может, чи он вообще не может? От твого батька нічого не могло остановити. Не повний плацкарт людей. Не то, що ми були незнайомі. І не то, що я спала, як убита. Мама! Так, а я той зайшов взяти, як його... О, торшер! Мать, ну що, птічка в клітці? Та ні разу ще не цвірінькнула. Іди, я тобі говорила, я тебе позову. Все, іди, ну не мішай. Мамулечка, пойми, ми теж хочемо дітей, ну поки не виходить. Да. Конечно, конечно. Так опытний советчик уже приїхав, он здесь. Боже, ну это неправильно. Может, ты расскажешь, как правильно? Ну, во-первых, да, должна быть какая-то музыка, романтическая обстановка. Ну, и в спальне не должно быть посторонних людей. Ёперный театр мускомедии. Это
з яких це пор тобі тюща, посторонній чоловік? Женя не зли мене, тому що мені отчество внука не принципіально. Ой, слухайте, мені баби на роботі розказували, що це діло дуже хорошо получається з аромасвічами. Так от я заскочила в хазяйственний. Ось свічі, а ось аромат. Зараз як підпалимо, як пшикнемо, оце буде романтика. Таке впечатління, що сидиш в лісу під йолкою. І медведь тебе на ухо ричить. А між прочим, цей медведь, як ти і зволів виразитися, думає за тебе денно і ночно. От, натуральних продуктів тобі привезли, тільки їж, зятьок, орехи, зелень, укропчик, петрушка, сметанка, все домашнє, їж, розмножайся. Мені від цього вже тошнить. А треба, щоб її тошнило. От я не розумію, що ви за люди. Ви що не могли спочатку забеременіти, а потім свадьбу грати? Як Янка, твоя подружка? Мама, Янка просто залетіла в 11 класі і її родила. Зато дитина вже школу закінчує. І Янка стане бабушкою раніше, ніж я. А я той хотів торшер поставити. Постав. Мать, ну що? Ну м'яч уже у воротах. Та ніхто ще нікого не надув. Я не понимаю, вы что, реально хотите при этом присутствовать? Да, хочу присутствовать, я должна проконтролировать. А меня смущает одно маленькое обстоятельство. Вы. За комплимент, конечно, спасибо. Но ты можешь закрыть глаза. А я буду слышать вас. Угу. А ты наушники надень. А я буду знати, що ви здесь. Жень, це перші 2 хвилини, а потім тобі буде фіолетово. Є я тут, нема мене тут. Все, коротше, извините, я спати, мені завтра рано вставати. Слухай ти, якщо зараз твій колосок не підніметься, то завтра ти у мене не піднімешся. Я не розумію, ви що, хочете смотрети, як піднімається мій колосок? Скажу тобі чесно, естетичного удовольствия никакого. Ну так зачем вам это надо? А щоб помочь, проконтролировать, дожать, зробити роботу над ошибками, подивитися, в якому місці сифонить. Де у нас в системі збой? А я знаю, де у нас в системі збой. Що ти там прячеш в цьому одіялі? Що після холодного моря рапанчик сховався у раковину? Ану, ну показуй, бистро, та давай сюди. Ти що, больной? Чого ти спиш у штанах? Це не штани, це піжама. Люди, сходьтеся. Віка, вставай. На твоєму місці повинен лежати плюшевий мішка. Рано ще. Твоєму мужу з дівчатками спати. Мам, чого ти пристала к Женьке? А чого ти його захищаєш, я не зрозумів. Що ти його захищаєш? А ти в чому спиш? Я теж в піжамці, ма. Все. Заразив. Це взагалі не стидно. Мені стидно? Мені стидно, коли кожен вечір мене сусідки біля двору питають. А коли це ваша Віка забеременіє? Що я повинна їм сказати? Що наша маленька спить в піжамі з цим своїм плюшевим косолапим? Мама! Не мамкай, не мамкай. Цілуйтеся з язиком, як люди нормальні. Клянусь Богом, запущу процес і злиняю взагалі. А може ви одразу злиняєте? Наприклад, на кухню. Ви ж так любите кушати по ночам. А ти наблюдательний смертник. Я підготовилась. Я знала, куди я йду. Дуже вкусний бутерброд не дати тобі, ні? Не хочеш? Слушай, Женька, давай просто потягнемо час, а в 3 години ночі вона сама вирубиться. Галіма ідея. Діло в тому, що як я вирублюсь, то мене папа обіцяв замінити. А що, вся сім'я ізращенці? Ой!
Ой, хто би говорив? Ми в піжамах не спимо. Так, а я той шукав, як його... От, де пилочку для ногтей десь тут була, загубив. Занесу потім тобі. Мать, ну що, ну в кінце концов, собака в будці. Та ні разу ще не вильнула хвостом. Надежда Івановна! О, тільки галка. Ну, все понятно. Бобік здох. Подивіться, розстроїли папу. Зараз розстроїться, піде в запой, не вернем. Давайте, починайте. Богом прошу, починайте. Женька, слушай, ну давай хоть как-то, она не отцепится. Вика, ну что значит хоть как-то? Это индивидуальный творческий процесс. Слухай, ти, Айвазовський, як ти зараз не нарисуєш їй дві полоски, я тобі той карандашик зламаю. Тако, і все. Подожди, у мене є один дійсний спосіб, перевірений, точний, зараз у вас все вийде. А? Ретро, йолки-палки. О! Що, мать? Того? Та я дітям включила, що ти приперся? Ну як то чого? Я почув нашу пісню та й прийшов. Не сказився зовсім. Нам же ж треба внука, а не Віки братіка, ти. Ну слухай, ну тобі ще тут довго вже. Ну щас, подожди, запущу процес і прийду. О, дивися, чекаю. Прийду. Ну іди, ой. Хорошо. Я понял, що ви від нас не відстанете. Угу. Я соглашусь только при двух условиях. Во-первых, вы оденете наушники, чтобы нас не слышать. Ага. Второе условие – вы спрячетесь, чтобы нас не видеть. Заметано. Ну что, Женька, приступим? Ну давай попробуем. Стойни лай, стойни лай. Ха-ха-ха-ха, стойни лай, стойни лай. Я не могу так, все. Слушай, а может быть она права? Может действительно мы не подходим друг другу? Вика, ну что ты говоришь такое? Ну а почему тогда у нас с детками не получается? Да я не знаю. Вика. Вика. Что? Вика, давай. Давай, попробуем. Давай. Прошло 9 секунд. Женька, у тебя новый рекорд. Как у тебя получилось? Да я сам не знаю. Она как уснула, у меня как все поехало, как все покатилось. А я и не спала. Я подумала так, що якщо мій храп завів такого непробиваємого, як твій папаша, то цього дрища по-любому заведе моя ляля. Папуля, через 9 місяців у нас з тобою буде внук. А? Та ти що? Що, серйозно? А? Так і пристроїв пацана свого, молодець криворукий. Мамулечка, я уже вся извелась. С чем ты меня поздравляешь? Да не развелась, а извелась, говорю. Сашка ушел выносить мусор. И его уже 3 дня нет, я вся извелась. Да хватит меня поздравлять. Лучше скажи, что делать. Отметить и жить дальше. Мам, ну какое шампанское? Согласна. Шампанским не поминают. Мам! Принеси-ка ты мне водки давай. Хотя о чем я говорю? В этом доме водка долго не задерживается. Как ты вообще так быстро доехала? Я не могла пропустить такой праздник. Ну какой праздник? У меня муж пропал. Я ему звоню на телефон, а он трубку не берет. Правильно. Трубку заложил в ломбард.
А еще я в полицию звонила. Молодец, молодец. Вдруг что-то из дому вынес. Я звонила, чтобы его нашли. Ты, Кость, у него 3 кредита. Позвони в банк, они быстрее найдут. Нет, мамулечка, я не знаю, куда звонить. Ой, господи, боже мой, ладно. Позвони-ка ты его друзьям-алкашам. Да? Алло, Женька, привет. Слушай, а ты не знаешь, где Сашка? У тебя? Футбол смотрите. А дай ему трубочку. А, в туалет вышел? Хорошо, все, все, я не беспокою. Мама, он у Женьки. Наивная, а второму звонила? Ну, ладно. Звони давай. Дима, привет. А ты не знаешь, где Саша? Ах, вы в баре футбол смотрите? Ясно. А дай ему трубочку. А, ну, конечно, он в туалет вышел. Я поняла. Все, до свидания. У друзей его нет. Ну, кому звонить? Слушай, позвони Антону Шевченко. Помнишь, такой мальчик за тобой ухаживал в школе? Кстати, тоже вдовец. Мама, ну что значит тоже? Ой, господи, боже мой, да вернется твой кобель. Погуляет и вернется. Папа тоже уходил? Уходил. А потом? А потом месяц не ходил. Я волнуюсь, а вдруг на него дерево упало? Неплохо бы. Или машина сбила. Вот это верняк был бы, да. Может, на него вообще какая-нибудь собака напала? Доченька, единственное животное, которое на него может напасть, это белочка. Я поняла. Ему кто-то дал по голове, и у него сотрясение мозга. Для того, чтобы было сотрясение мозга, должен быть мозг. Может, он вообще никогда больше не вернется. Что ты? Не говори такого. А вдруг не сбудется? Мама! Где ты издеваешься? Что я издеваюсь? Я думаю, что он пошел на рыбалку. Все. Нет, я проверяла удочки на месте. Это когда он на рыбалку с собой удочки брал? Канистра самогона тоже на месте. Да, вот это вызывает подозрение, конечно. Слушай, а может быть он как в кино? Ну, пил с друзьями пиво, потом его по ошибке запихнули в самолет, и он сейчас в другом городе с какой-то другой бабой. Господи, откуда у этих алкашей деньги на самолет? Выехали в Бровары, заблудились. И ищут маршрутку на Киев. Иди, Лукашин твой приперся. Сейчас я встречу его. Я его жду, жду, а его нет. Ай. Ой. Простите, пожалуйста. Я думала, это мой любимый муж. Ничего, ничего, нас так сейчас везде встречают. Проходите, проходите. Ну, рассказывайте, что у вас случилось. Муж ушел, значит, выносить мусор, и его 3 дня уже нет. И сразу вопрос. Вы его били перед этим? Не, мама только что приехала. Мама? Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Нет, я постою, спасибо. Присаживайтесь, я говорю. Да, я лучше присяду. Ну, давайте по порядку. Да. Как его зовут? Лодырь, свинья, тунеядец, пьяница. Пишите. А по паспорту? Пишите. Александр Константинович. Урод. Женщина, ну я же просил. Нет, нет, мама правда так считает. В смысле, у него такая фамилия. Да? Да. Сочувствую. Где вы его последний раз видели? На диване. А предпоследний? На том же диване. А до этого? Да на этом же диване. Да как же он ушел, если у вас не ходячий? А еще он безрукий, безмозглый и бессовестный. Да нет, он ходячий, просто он ходит только в туалет и обратно. Понятно. Вы объявление писали? Нет. Да. Вот. Пропал кобель, дворняга.
осторожно, он не кастрированный. Откликается на имя Шарик. Мам, а что такое? Мы в прошлом году давали объявление, когда Шарик потерялся. Имя поменяй, все остальное сходится. У вас есть его фотография? А, да, да, да. Вот, пожалуйста. Это ему 45? Это 25. Просто это на следующий день после дня рождения. Надо такая фотография, где он выглядит как обычно. Так он так обычно и выглядит. Да. Может, у вас есть фотография не из паспорта? Есть. Вот. Мама, зачем эта черная ленточка? Давайте лучше на всякий случай составим словесный портрет. Опишите его, пожалуйста. Значит, рост средний. Интеллект ниже среднего. Глаза карие. И лживые. Значит, стрижка короткая. И рога. Мама, ну нет у него никаких рогов. Были бы, если бы ты меня слушала. Понимаешь? Между прочим, молодой человек по рогам очень легко человека найти. Угу. Согласен. Кстати, есть у вашего мужа какие-то особые приметы? Вы знаете, есть. Пишите. Руки из задницы. А это мама ваша сейчас шутит или... Да, конечно, шутит, ну что вы! Ясно. Ну, может быть, какие-то родинки, татуировки, шрамы? Есть. Мизинец у него кривой. Да-да, это правда. Он у него плохо сросся, когда мама его скалкой по руке ударила. Дальше пишите. Ожог на спине. Да, от сковородки. Мама ударила, когда он пытался стащить котлетку. И еще. След от вилки на боку. Мама! А не надо было ко мне подходить сзади, когда я ем. Вот. Ясно. А, может быть, составим список, где он бывает чаще всего? Что тут составлять? Гараж и туалет. Но в туалете его нет. Друзья у него, может, какие-то... Друзья у него есть. Гуманоиды называются. Какие гуманоиды, женщина? Запишите. Валера, Юрик из гаражного кооператива. Может быть, были раньше случаи, когда он уходил из дома? Да, как-то вот он стал уходить рано утром и возвращаться поздно вечером. Вы знаете, мы даже не сразу поняли, что он работу нашел. А, ему кто-то угрожал? Ну, кроме вас. Конечно, конечно, угрожали. Пишите имена. Катька, Лиза и Петровна. Мама, это же продавщицы из соседних ларьков. Ну, правильно. Он у них столько всего набрал на карандашик, что я удивляюсь, как он до сих пор был жив. Вот, это точно он. Сейчас я ему все выскажу. Молодой человек, а у вас есть протокол на оформление убийства? Есть. Медленно доставайте. Мамочка! Мамочка! Там... Что? Там такое... Принесли? Там он... Всем стоять, это полиция! Ой, приперлась. Вика, поздравляю тебя с нашей годовщиной. Сашка, ты вспомнил? Я забыла, а ты вспомнил. Конечно, потому что наша годовщина — это самое важное, что есть у нас. Вика, я тебя очень люблю. Сашка! Ой! Спасибо. Боже мой, я не верю, что это мой любимый зять. Викусь,
Я понимаю, что сейчас, может, не вовремя такой момент. Дело в том, что я за этими цветами по всему городу просто ездил. Я там намотал немножко на такси. Есть 300 гривен. Я сейчас быстренько вниз таксисту отдам, и все. И... Ну, конечно, Сашка, конечно, вот. Санек, ты бабки взял, киоск закрывается, ну-ма. Саш! На, возьми хотя бы пивка в ларьке! Все, жди меня, сейчас я буду! Я тебя спокойно, сейчас убью, Вика, Саша! Спокойно. Да что, я тебя что убью, ты, сейчас ты понял меня! Можно? Перестань, ну что ты все время дерешься? Вика, ё-моё, да что ж ты делаешь-то? Ой. Есть протокол? Да. Давай я оформлю. Угощайся. Я сейчас подкрепление вызову. Какое подкрепление? Шли! Сашка, ты что делаешь? Чё-чё? Поздравляю тебя. Сашка! Вика, спокойно. Тихо. Вот так, да. Саш! Слышь? А ты на машине? Да. Завези меня домой. Мне тут делать больше нечего. Дизель-шоу.